На Абаза ТВ новости. С вами Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первый день регистрации. 35 инициативных групп. Старт процедурам по выборам в парламент страны дан. Путина. Как рыбакам с законом ладить? Закрытое заседание в правительстве страны. Каталог 2017 посвящен Абхазскому селу. Традиционная презентация торгово-промышленной палаты страны. Итак, старт дан. 21 января началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в Народное собрание парламент республики. О том, какое количество групп зарегистрировано и какова активность граждан республики, расскажет Анастасия Никонова. Уже сейчас очевидно, предстоящие выборы в главный законодательный орган страны пройдут при высокой активности кандидатов в депутаты парламента и вызовут большой общественный резонанс. 21 января, в первый день регистрации политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов, ЦИК страны зарегистрировал 35 групп. Вчера же я даже немного спал. Вот, видимо, из-за выходного дня по всей территории Абхазии, хотя сам центр избирком не имеет никаких выходных дней, работает без выходных дней. Вот, и на сегодня, вот сегодня мы ожидаем очередную волну. На сегодняшний день зарегистрировано 39 инициативных групп. Согласно закону республики о выборах депутатов, Народное собрание страны при выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей не менее 5 человек. Группа проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Для выдвижения кандидатов в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа. Избиратель, ставя подпись, указывает свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, серию и номер паспорта. Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи, и уполномоченным представителем от группы избирателей, выдвигающей данного кандидата. Они несут ответственность за подлинность всех собранных ими подписей в соответствии с действующим законодательством страны. После предоставления инициативными группами необходимых материалов, то есть в основном это, вы знаете, подписные листы, соответствующие справки с тех медучреждений и других организаций, необходимых в соответствии с действующим законодательством о выборах депутатов в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Между тем, еще до начала регистрации инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты в социальных сетях Facebook и Instagram замечены так называемые посты с призывом голосовать за того или иного кандидата. И это является прямым нарушением закона республики. Такие публикации подкреплены и фотографией человека, еще не зарегистрированного ЦИК кандидатом в депутаты. То есть от того, что кто-то предполагает, что он кандидат или хочет быть кандидатом, не имея здесь регистрации, он таковым не является, его преследовать мы просто не можем. Он может это говорить, он там, он выйдет в кругу своих друзей и говорить о каких-то вещах. Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты парламента страны продлится до 10 февраля. С того же дня начнется регистрация и самих будущих законотворцев. Анастасия Никонова, Сасрако Гухава, Абаза ТВ. ЧП в энергетике. Накануне над Кварчалской ГРЭС произошла авария, в связи с чем аварийное отключение электроэнергии. Была обесточена большая часть республики. Аварийные службы Черноморэнерго начали немедленно работы по устранению проблемы. Была подана заявка на поставку электроэнергии в республику с территории Российской Федерации на время восстановительных работ. Спустя несколько часов в ходе ремонтных работ последствия аварии были устранены. По всей Абхазии восстановлена схема электропитания от Ингургэс. Прожиточный минимум возрос на 6,2%. Показатели индекса потребительских цен по итогам года обнародовало Управление государственной статистики республики. Так, согласно документу, с начала 2016-го сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению составил 108,9%.
Легальная ловля рыбы не ближе 500 метров от берега. В кабинете министров прошло закрытое заседание, посвященное вопросам рыболовства и хамсовой путины. Прошлая неделя запомнилась общественными протестами жителей Гагры против правонарушений в акватории района. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами и готова рассказать, на каком этапе путина сегодня и в чем заключаются основные претензии. Репортаж Элеоноры Гелаян. Хамсовая путина сейчас в одной из своих самых активных стадий. Десятки судов ежедневно заходят в абхазскую акваторию Черного моря с целью рыбного промысла. Путина проходит с декабря по середину весны в зависимости от экологических и погодных условий. Ежегодно квоты и породный состав устанавливаются Министерством сельского хозяйства. На сегодняшний день промыслом и переработкой рыбы в республике занимаются 6 фирм. Все это, значит, абхазские предприятия. Рабочие, которые работают, это граждане Абхазии, за исключением тех промысловых судов, которыми происходит промысел. Так как в Абхазии отсутствуют, значит, достаточный, так скажем, промысловый флот, приходится нанимать иностранные суда, и в частности турецкие суда, рыбопромысловыми судами, которыми в дальнейшем происходит промысел рыбы. На сегодняшний день, помимо турецких судов, в рыбной путине наши участвуют также суда, российские два судна. Перед тем, как приступить к рыбному промыслу, Институт экологии совместно с российскими коллегами определяют квоты, допустимый улов. Основываясь на научных данных и практике, в этом году была установлена цифра в 50 тысяч тонн для хамсы и 250 тонн для ставриды. В ходе путины осуществляется строгий контроль. После получения фирмами лицензий и распределения квот приходят промысловые суда. Все они проходят комплексную комиссию по приему в Сухумском порту. Здесь участвует таможенная служба, погрануправление абхазское, российская сторона в море проверяет судно, плюс экологи и портовская служба. Все эти комиссии осуществляют свой контроль. В частности, экологи, значит, по приему судна досматривают трюмы, проверяют орудия лова, разрешенные это орудия лова или запрещенные. После чего судно, значит, получает разрешение на промысел рыбы. Каждому судну, капитану каждого судна промыслового, перед началом промысла вручается нашими инспекторами-экологами промысловый журнал установленного образца. Также определяются разрешенные и запрещенные к промыслу районы. Устья всех крупных рек Абхазии для рыболовецких судов под запретом. В ходе путины ежедневно 3 раза в день инспекторы проводят мониторинг. Отслеживается количество пойманной и переработанной рыбы. Происходит борьба одновременно и с браконьерством, и с нарушениями правил рыболовства. Что касается вторых, то зачастую они связаны с районом промысла. Но мы на это реагируем, и российская сторона погрануправления нам в этом помогает. Они в этом вопросе нейтральны, поэтому мы им доверяем, их информации доверяем. Если к нам поступает информация о том, что данное судно нарушило район промысла, близко подошли к берегу, мы в первую очередь, значит, проверяем эту информацию через представителей фирм, через капитанов, а также связываемся с российской стороной и просим их, значит, подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если информация подтверждается, то инспекторы тут же требуют выйти из запрещенной зоны. В случае грубых нарушений составляются протоколы, после чего следует административная мера взыскания. Что касается конфликта в акватории Гагрского района, по словам Тимура Дзыба, проблема в следующем. Я 3 раза участвовал в этих собраниях лично с руководством экологической службы. Значит, в первую очередь хочу сказать, что там собираются люди и реагируют люди, которым не безразлична ситуация экологическая. И многие молодые люди, взрослые наши, значит, граждане высказывают определенную озабоченность тем, что количество судов, которые работают у них в акватории Гагрского района, и район промысла, удаленность от берега. Мы на все эти факты, которые к нам поступают, а нам звонят люди, граждане, сообщают об этих инцидентах, если такое происходит, имеет место. Мы на все эти случаи реагируем.
Именно после активного протеста в социальных сетях жителей Гагарского района было проведено совещание в кабинете министров при участии главы правительства Беслана Барцыц. Как рассказывает руководитель комитета по экологии и охране природы Савелий Чтенава, обеспокоенность граждан объяснить легко. Проблема, ежегодная проблема, связанная с рыбной путиной, это то, что на акватории Республики Абхазии появляются корабли. Когда появляются корабли в достаточном количестве, то это вызывает у населения негативное отношение. По закону подходить к берегу ближе 500 метров запрещено. Именно потому, завидев вблизи корабли, население зачастую начинает бить тревогу. Однако и тут есть свои тонкости, рассказывает Савелий Чтенава. Стоя на берегу, определить расстояние, на какое находится корабль, невозможно определить, поскольку морское пространство, открытое пространство, там привязаться не к чему, потому расстояние, как правило, скрадывается. Если даже корабли находятся вне 500-метровой зоны, окажется, что вот-вот они стоят рядом. По словам главы профильного комитета, премьер-министр дал указание в части строгой работы с нарушителями действующих норм. Еще одной проблемой является отсутствие рыболовецкого закона. То есть сегодня наша страна работает по нормам, оставленным в наследство еще Советским Союзом. В то же время проведена немалая работа в части написания и установления современных норм рыбного промысла. Как утверждают эксперты, уже в ближайшее время документ будет доработан и представлен в соответствующее ведомство. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абазатова. В продолжение. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, глава правительства дал распоряжение ответственным структурам в короткий срок разработать механизм воздействия на нарушителей закона и поручил Комитету по экологии и охране природы озвучить общественности информацию по реальному состоянию дел в данном вопросе, а также открыть горячую телефонную линию для приема любой информации о правонарушениях со стороны рыболовецких компаний. Удобство для пешеходов. Новый тротуар в ближайшее время появится на улице Ардзенба. Ремонт различных участков дороги проводится поэтапно. Прежде чем уложить новое асфальтовое покрытие и тротуар, необходимо сменить все коммуникации, водоотведение. Сейчас специалисты занимаются укладкой тротуара там, где эти работы уже завершены. Амелия Сутурян с подробностями. Работы по укладке нового асфальтного покрытия улицы Ардзенба на участке от пересечения с улицей Воронова до пересечения с улицей Имама Шамиля завершились в конце прошлого года. Прежде здесь заменили подземные коммуникации водоотведения. Сейчас администрация столицы взялась за укладку нового тротуара, там, где остальные работы уже завершены. Проводятся работы по капитальному ремонту тротуаров по улице Ардзенба от улицы Генерал Акбар до улицы Джона по левой стороне как бы движения и от улицы Джона до улицы Калмыкова по правой стороне дорожного движения будут проводиться капитальные работы по восстановлению тротуара. Как рассказывает начальник коммунального управления столицы Дмитрий Ахуба, самый сложный этап подобных работ – замена системы водопровода. Работы на своем участке коммунальное управление планирует завершить до конца февраля. Заменить коммуникации, конечно же, дороже зачастую обходится, чем восстановить сам тротуар. Работают две бригады. Работают в зависимости от погодных условий. Естественно, все зависит от того, насколько погода нам даст работать. Если есть хорошая погода, занимаются укладкой просыпка и будут дальше заниматься укладкой асфальта. Под руководством управления Горстрой подготовка тротуара к укладке нового асфальтного покрытия ведется на другом, смежном участке улицы Ардзенба. Здесь новая плитка должна появиться в ближайшие дни. На данном этапе идет ремонт тротуаров от улицы Воронова до улицы Генерал Акбар. Установлены дорожные бордюры. И до конца рабочей недели мы должны уложить на тротуаре асфальтобетонное покрытие. Полный износ тротуаров сегодня в столице встречается практически повсеместно. Работы в данном направлении будут продолжены. Однако необходимо следовать приоритетам. Для начала восстановить тротуар там, где это необходимо в первую очередь, отмечает заместитель главы администрации столицы Леон Кварче.
В настоящий момент администрация города, исходя из имеющихся средств в местном бюджете, определяются, а также в взаимодействии с депутатами городского собрания, будут определяются и еще, пока еще не определены наиболее острые участки в городе, где необходимо обустройство тротуара. Но необходимо отметить, что у нас в городе проблема тротуаров, она практически повсеместная. Поэтому, к большому сожалению, начать работать везде одновременно не получится. Определить, в какой именно части города продолжится работа по восстановлению тротуара, сейчас сложно. Анализ городской среды может занять немало времени, отмечает Леон Кварчи. Амелия Сатрян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Сначала регистрация на сайте, потом квота на обучение. Как сообщает «Спутник», в ближайшее время информацию о проведении кампании по отбору кандидатов на обучение в российских вузах, список выделенных специальностей и сроки проведения отборочных испытаний опубликуют на сайте Россотрудничества в Абхазии. Для получения квот необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте russia.study. После регистрации и заполнения электронной формы заявка кандидата формируется автоматически, что освобождает кандидатов от необходимости подачи документов в бумажной форме. Сайт создан специально для организации процесса сбора документов в электронной форме. Программу мотивации для молодежи запустил Госкомитет Абхазии по молодежной политике. Как сообщается на официальном сайте организации, основной целью проекта мотивации для молодежи является поощрение юношей и девушек, добившихся значительных успехов в общественной деятельности. В рамках программы планируется обучение молодых людей определенным трудовым навыкам, стимулирование профессиональной ориентации, вовлечение молодежи в международные проекты в сфере образования, науки, культуры, а также предусмотрена популяризация и пропаганда успехов молодежи. Коллектив газеты «Республика Абхазия», Союз журналистов республики и телеканал «Абаза ТВ» поздравляют Татьяну Николаевну Трояновскую, заслуженного работника культуры Абхазии, кавалера ордена Акцепша III степени, члена Союзов журналистов Абхазии и России с 88-летием. С 93 года до ухода на пенсию в 2004 году она работала в газете «Республика Абхазия». И сегодня она в курсе всех дел в жизни республики, постоянно на связи с коллективом газеты. В поддержку абхазского села. Презентация каталога предприятий Торгово-промышленной палаты Абхазии 2017 года состоялась в Сухуми. В этот раз издание посвящено сельскому хозяйству страны. В рамках презентации прошла выставка-продажа сельхозпродукции. Отличившиеся работники отмечены грамотами от торгово-промышленной палаты. Кроме того, посетители стали участниками лотереи, в ходе которой палата разыграла ценные призы. Фрукты и овощи, цветы и саженцы, джемы и орехи. Стенды с этой продукцией встречали каждого, кто посетил 23 января презентацию нового каталога предприятий ТПП. Вот уже 9-й год подряд торгово-промышленная палата собирает рейтинг самых востребованных организаций страны, которые со своими юридическими адресами и характеристиками попадают в единую базу – каталог. В этот раз издание посвящено сельскому хозяйству. Торгово-промышленная палата оказывает существенную поддержку малому и среднему бизнесу, помогая в составлении проектов и планов по организации той или иной деятельности. В свое время ТПП поддержала и цветовода Асиду Хварцкия. Сегодня девушка сама выращивает плантации тюльпанов и реализует их в собственном магазине. Ну вот уже второй сезон активно занимаюсь рассадой тюльпанов, так как я и сажаю, и произвожу, и продаю все сама. Первый год мы сажали, так как мы были чуть неопытные, рисковали. Посадили 10 тысяч тюльпанов. Ну, из 10 тысяч, ну, произвели 7 тысяч. Ну, не знаю, мы были очень довольны, так как это была первая наша работа. Как говорится, первый блин комом. На сегодняшний день можем сказать, что у нас уже 95%. То есть мы довольны, нам это нравится. Особое внимание посетителей привлекли стенды с пищевой продукцией. Резо Кочарая вот уже 20 лет занимается производством мясных изделий. Сразу после войны в Галском районе начал функционировать цех по производству говяжьих полуфабрикатов. Сейчас обороты фирмы растут с каждым годом. Подобные выставки, организованные торгово-промышленной палатой, отличный шанс не только себя показать, но и на других посмотреть, убежден Кочарая. И 10 видов пошли, производство, пока сегодня брал 3 вида, остальные тоже в цеху. Цех находится в Гале, город Гале, и там производят. Там есть еще
кабаны, котлеты, кюртели, голубцы, вареники с сыром. Последние годы в нашем обществе о сельском хозяйстве говорят все больше. В целях его подъема стали выдавать кредиты на льготных для крестьян условиях. Такую политику президент ТПП Геннадий Гагулия считает абсолютно оправданной. Селу нужна поддержка, ведь деревня – это наши истоки, подчеркивает он. В этой жизни крестьяне, которые сегодня живут в очень тяжелых условиях, нуждаются в помощи, во внимании, в уважении, что их не забыли, что они есть. И мы решили весь наш каталог посвятить крестьянству. Сегодня попробовали избрано наградить некоторых товарищей. Особенно, если вы заметили, подчеркнули личные подсобные хозяйства. Мы их наградили специально ценными подарками. То есть мы хотели сегодня создать атмосферу внимания и уважения нашему сельскому человеку. Мы сами все вышли оттуда. И сегодня почему-то пошел интересный такой отток от села в город. И все бегут в город. Что там в городе интересного, я не знаю. Но мы должны сделать все, чтобы город и село для нас было одинаковым. В ходе презентации прошла лотерея, победители которой стали обладателями ценных призов. Параллельно с выставкой проходила продажа сельхозпродукции. Посетители могли приобрести сыр, фрукты и джемы по ценам производителей. Тут же можно было купить кукурузную муку, которую производят в Галском районе. Наше производство, сырье берем местного населения. У нас есть агросервис-центр «Заря» на Бакеве. Там занято 8 человек. Мы стараемся, чтобы как можно качественный продукт искать. Спрос есть, но, знаете, есть трудности. Какие трудности? Вот трудности то, что транспорта нету, чтобы, например, из села, из Гали привезти в Сухуми, там, чтобы увидели люди. В ходе презентации организована выставка картин абхазских художников. Каждый желающий мог проголосовать за понравившуюся работу. По результатам оценок зрителей победителем стал Лаша Габилия. Ему и достался главный приз от торгово-промышленной палаты – 20 тысяч рублей. Илана Казамбарамукамке, Абаза ТВ. Печальная весть. В связи с кончиной кандидата филологических наук, доцента кафедры абхазского языка, руководителя диалектической лаборатории АБИГИ Эммы Килба, распоряжением премьер-министра Беслана Барцыц создана комиссия по организации похорон в составе 8 человек, в том числе министр образования Адгур Кокоба, секретарь Совбеза Мухаммед Килба, советник президента Владимир Зонтария. Успехи на культурном поприще. Диплом первой степени, гран-при Сочинского 20-го международного конкурса фестиваля «Надежда Европы» завоевали артисты Гагарского хореографического ансамбля «Афортен». В конкурсе приняли участие 36 коллективов из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, Румынии, Казахстана, России и Абхазии. «Афортен» представил бзыбскую плясовую и аварский танец. Наш ансамбль выступил в этом конкурсе уже третий раз. В завершении о погоде в Сухуми. Во вторник, 24 февраля, в столице небольшая облачность, без осадков, чуть теплее. Температура воздуха днем 13, ночью 4 градуса выше нуля. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.